Мы застали, на самом деле, все этапы, наверное, и подъема, и спада заболеваемости. Вот. Вначале было очень много. То есть прям вообще только на медзаправку, и то прям по необходимости. Вообще 24 часа на колесах были. У нас есть вакансии действительно на станциях и подстанциях скорой медицинской помощи. А самое главное – это участковая служба. Это взрослая и детская участковая служба. Это первичное звено. Сейчас это особенно актуально. Медицина, это просто.